Уже в следующем году в России наряду с обыкновенными больничными листами можно будет оформить и электронный больничный. Законопроект о введении такого цифрового документа одобрен правительственной комиссией и будет рассмотрен на заседании Кабинета министров. Стоит напомнить, что электронный больничный уже был опробован медиками в нескольких российских регионах. Это Республика Крым, Астраханская, Белгородская области и город Москва. За 2 года более 150 медицинских организаций опробовали технологию и выдали листки нетрудоспособности в электронном виде более 500 000 человек.